Ну ладно, давайте начнем с плохого. У нас луковица. Донатер, короче, альфа. Лично альфа. Лично альфа. Заведала мне съесть эту луковицу. Ну, не эту конкретно луковицу, а вообще луковицу. В принципе. Я понимаю, что это издевательство полное, форменное. Я понимаю, что человек меня ненавидит. Я понимаю, что тут какие-то личные, какие-то, видимо, проблемы. Что-то вот плохое случилось. Что-то отвратительное. Да, ем лук. Ну, по-моему, оно такое. За сотку мало... Нет, не буду. Это какая-то хуйня, да? Блять! Она меня убивает уже, тихо. Я ненавижу Альфу! Убью нахуй Альфу! Альфа, блядь. Как же я тебя ненавижу. Что там на донат? Да. Сейчас. Фу. Ну, тут 30 минут можно есть, на самом деле. Немного потеряем. Когда от игры настолько угорают, что теряют сознание и ломают копчик, то это явно повод обратить на нее внимание. Диско Элизиум, булочки мои. Вы про нее могли ничего не слышать или наоборот слышать слишком много. Большинство... Да я острое не люблю. Я острое не люблю. Я люблю, я кислое нормально ем. Я лимоны жарю, видели, как просто в легкую. В легкую поедаю лимоны. Его не понимает, зачем тратить на эту игру время. Диско Элизиум выглядит слишком вычурно и непонятно, чтобы в нее захотелось поиграть самому, а слушать мнение других можно только с открытой форточкой, иначе вы рискуете скончаться от словесной духоты. Так что начинайте проветривать. Диско Элизиум — одна из тех игр, которая шагает в обрыв с надеждой на то, что она умеет летать. Ведь это старорежимная РПГ, где больше текста, чем всего остального, и в ней почти... И нет экшена. Звучит как игра, которую ты купишь, но никогда не запустишь. Не то чтобы я имел что-то против старорежимных РПГ, но этот тип игр похож на рассказы деда о том, как он добирался до школы в детстве. На словах все очень интересно. Длинный путь, полный приключений, случайные встречи с харизматичными персонажами, волки в лесу и преодоление себя ради великой цели, но на деле все куда прозаичнее. Зачастую ваш великий поход против вели... Блять, сука! Пиздец. Следующий лучок будет стоить вам дороже, блядь. Пиздец. Бля, я беру, короче, хлеб. Я не потяну, блядь, пиздец. Это просто невозможно. Ну, то есть, ну, блядь, это какое-то реально мучение. Блядь, я честно... Надо было 100 тысяч, блядь, просить. Какие 500 рублей, какие 200? Я с хлебом эту хуйню съем и больше не потяну. Кошка-жена хочу. Я за хлебом. Я пошел за хлебом. Я не потяну, короче. Это полный пиздец просто. Это просто говно ебаное. Ваше...
Сейчас вернусь.